Всем привет! А вот и солнышко, как по заказу. Это, конечно, солнышко не летнее, осеннее, но все равно солнышко. Это инжир. Тоже же листья желтеет. Это черный инжир. Это курочка. Курочка, ее куры другие обижают, но зато ей везет. Она теперь кушает травку, ходит на свободе. Да, солнышко как по заказу прямо. Вон другие курочки. Привет, как дела? У вас все нормально? Все хорошо? Не голодные? Хочу показать мой курятник. Я не помню, показывал или нет. Тут курочки гуляют. Это такой куриный выгул. О, обалдеет он одна. Вот здесь такой курятник. Тут они спят. Он небольшой. Ну, такой примерно. Это 1,5 на 1,5 метра. Вот. Тут у них такой мостик. Нельзя переходит. Дверцы туда. Тоже вот окошко. Такое. А тут мы яйца забираем. Вот так вот. О, привет, курица. Потревожил. Ничего. Так, вот это у меня еще тоже есть такое дерево, называется пау-пау. У меня плодов еще не было, но по идее должны быть плоды, как похожи на манго. По размеру и вкус как банан с клубникой, так говорят, не знаю, посмотрим. У них интересно цветочки, когда они цветут, цветут красными цветами, и цветы воняют, их опыляют вместо пчел, опыляют их мухи. Вот такое вот деревцо называется пау-пау. Вот, вот тут у нас дровишки. Вот это красное дерево, редвуд. Их тут сколько? 2, 3 деревца. Их кора такая мягкая. Мягенькая-мягенькая. Белки ее шкребут и делают себе гнездо. Белок у нас тоже очень много. От них спасения нету. Они здесь как вредители. Особенно осенью. Они выгребают, вернее, сажают свои, прячут свои желуди там разные. Да, короче, еду запасаются на зиму. Вот. И перерывают все грядки. А потом по весне это все всходит. Орехи разные, дубы маленькие. Так, вот это дерево тоже называется фейхоа или фейхоа. Плодов, наверное, уже... А, вот есть один плодик висит еще. Вот. Вот такие плоды у него. Говорят, очень полезные для от щитовидки. Там йода много в них. Ну, вкус такой, не знаю даже, как на что похож. Такой тропический вкус у него. Внутри белая мякоть, косточки нету. Кушается прям весь, можно его весь просто протереть и кушать. Вот такой плодик.
А, еще хотел показать мушмалу. Может, слышали, есть такое дерево, называется мушмала. Сейчас покажу. Вот это дерево мушмала. И вот оно так вот цветет. А его пчелки тоже обожают. Оно пахнет, как акация. А потом плоды. Плоды похожи на... видом на алычу, только растет такими гроздями. Они висят гроздями, как виноград. Но сладкие. Его еще называют японская слива. Это японская мушмала. Ой, пахнет обалденно. Ну, это гранат. Еще один висит гранатик. Остальные снял, потому что у нас дожди были. Вот такой вот гранатик. Хочу оставить его, посмотреть, как он будет себя чувствовать попозже. Два граната. Это оливковое дерево. Оливки уже сняли. О, одна висит еще. Жена собирала, вот одну пропустила. Это вишня наша, шпанка. Мы здесь добрые люди отдали. Уже пожилые люди жили в доме, потом перешли в квартиру и отдали мне это деревце. Оно маленькое было, у меня чуть-чуть подросло. Смотрим, что получится. Вообще-то здесь вишни не очень выживают, потому что летом им жарко у нас. Вот это тоже инжир, вот такой огромный инжир. Вот. Кстати, там в Одессе живет тоже. Я брату своему передал, у меня брат живет в Одессе. Передал ему в Одессу росточек с корнем. Ну, он его укрывает на зиму, правда. Вот. Улаживает там как-то его, прикрывает всякими одеялами, не знаю. Ну, выживает. Плодов еще не было, правда. Вот новую грядку делаю. Тут у меня помидоры растут. В основном. Ну, летом. Вот. Ну все, вот солнце по заказу, а это мой клен, который было видно из окна. Он там за домом, красавец. Ну все, тогда всем пока-пока. До новых встреч в эфире.